Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить дополнение к Red Alert 3. И сегодня пройду состязание под названием «Сдвиги во времени», которое надо пройти в среднем за 14 минут, и откроется новая технология у Альянса, это хроносфера. Ну что ж, давайте начнем. Итак, против нас будут три вражеские базы, играть я буду за Империю, и давайте я вам зачитаю и начнем проходить данное состязание. Ученые Альянса работают над усовершенствованием хроносферы. Вам предстоит узнать, чем именно они занимаются. Главное, удостоверьтесь, что после вашего, посещения, они не смогут продолжить свою деятельность. Будьте осторожны, разработками руководит мисс Уинтерс. У нее на вас большой зуб с прошлого боя. Не надейтесь, что она будет сидеть сложа руки. С этой хроносферой чего только не становится возможным. Итак, давайте начнем. Итак, на самом деле я все продумал, так что у меня есть некий план. Строим три казармы. Рада, что вы не потеряли боевой дух, командир. Учтите, он вам понадобится. Наши хроносферы перебросили новое подкрепление. Итак, две казармы мы отправляем на вот эту базу. Заказываем две электростанции. Третью казарму возведем вот тут. Электростанции, я думаю, лучше построить на вот этом острове, потому что их там никак не достанут и никак не уничтожат. Эту нефтевышку мы сейчас захватим. Мы продадим МСЦ и получим инженера. Итак, продаем и захватываем. Так, тут мы возводим казарму. А второй казармой мы будем давить пехоту, потому что она сейчас сразу будет пытаться уничтожить казарму. Вот, они сразу загрелись и бегут. Так, хватит, хватит, ребятки, стрелять. Так, собаку надо задавить. Так, тут заказываем два инженера и возводим казарму вторую. Так, тут солдат закажем. Так, нам надо бы захватить обогатители. Но для начала мы захватим завод, потому что они сейчас начнут строить волнорезы. А это нам не надо. Так, надо обогатители обязательно захватить. Все-таки нам деньги же нужны. Так, с деньгами. Не, пока что все нормально. Обогатитель обязательно надо захватить, а то денег-то нету. Так, без комбайна. Ну и ладно, закажем комбайн. И тут тоже закажем. Так, это все добро продаем. Хотя зря казарму, наверное, продал. Тут закажем истребители. Так, тут у нас что? Бегом в здание. Так, обогатители, давай-давай, уничтожай. Так, что у нас по времени? Так, ну, стоит побыстрее. Я все-таки рассчитывал пройти где-то за 2 минуты. Ой, какой за 2 минуты? За минут 5 хотя бы. А, что-то пока не получается. Ну ладно. Пусть что будет. Так, ладно, уничтожаем обогатитель. Замечательно. Давайте, ребятки, давай-давай-давай. Казарму, молодцы, уничтожили. Так, ну эту базу мы тоже уже уничтожили, 100%. Я думаю, противник уже ничего нам не сделает. Так, пускай все МСЦ уничтожают. Так, вы давайте тоже МСЦ погнали уничтожить. Кто там по воде передвигается? А,
комбайн, ну и пускай. Все замечательно, противник потерпел поражение, это меня радует. Так, вы у меня, группа 1, бегом. С этой стороны будете атаковать. Группа 2 у нас отстает по времени, скажем так. Так, что у нас по времени там? 4 минуты. Ну, за 5 минут я уже точно не пройду. Давай. Ну вот и все. Давайте бегом в атаку. Будет за минут 7, может, пройдем. Если, конечно, удачно сейчас нападем. Конечно, не особо у меня получилось, что я задумал. Ну да ладно. Главное пройти нам сейчас теперь миссию. Давай. Замечательно. Сейчас, небось, волнорезы пойдут в атаку. Хотя я чуть не вижу волнорезов. Честно говоря. Ох, вот они и поперли волнорезы. Но мы очень даже легко справились. Так, все, уничтожаем МСЦ. Да все, мы выиграли однозначно. Вот и все. Согласно моим расчетам, ваши шансы на победу были равны нулю. Итак, прошли мы эту миссию ровно за 6 минут. А рассчитывал я за 5 минут, честно вам скажу. Думал, что за 5 минут я пройду, по-быстрому все сделаю, но чересчур я медленный, признаю. Медленно все делал. Идея у меня так себе получилась. Но главное, все, мы прошли за 6 минут. Итак, ни хрена себе, 50 тысяч мне дают. Ого. И давайте посмотрим, какие у нас там еще состязания открылись. Так, два состязания. Это вертолет Буран. Орудие Тесла. О, это офигенная вещь. Ну да ладно, это уже будет все в следующей серии. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.